Столица края продолжает готовиться к встрече Нового года. На главной праздничной площадке продолжается строительство городка. Искусственная ель готова наполовину в процессе создания и ледяные ворота. Известно, что их возводят обычные строители, которые на время покинули свои объекты. Вместо кирпичей ледяные глыбы всего израсходуют более 500 кубометров. Ну, это раствор месить, как бы воду со снегом и лед получается, чтобы замерзало лучше. Надежная будет конструкция? Конечно. Этой зимой новогодний городок впервые появится и на пешеходной улице Молотобольской. В центре Арбата тоже установят елку, будут ледяные и снежные фигуры. Пока же здесь повесили гирлянды и соорудили горку, которую, кстати, судя по лужам, не так давно залили. Напомним, открытие всех, в том числе и районных барнаульских елок, состоится 29 декабря.